Я всегда говорил и говорю, операция будет, окончание операции, темпы ее развития зависят только от России, от российской армии. Больше никто не может помешать. Почему российская армия ведет такого рода операцию, таким военным способом, а не другим, у них на это свои соображения. Единственное, что я могу сказать, процитировать президента России, который пару дней назад открыто заявил, что мы еще не начали серьезных военных действий на Украине. Российские войска на Украине, они воюют меньшим количеством, чем украинская армия, стараясь сократить, насколько возможно, потери российской армии. То есть можно делать это быстрее, но с большими потерями. Они предпочитают это делать медленнее, но с меньшими потерями. Когда основная цель российской армии сегодня – это не быстрый захват той или иной территории, а уничтожение физическое украинской армии. Чем быстрее они достигнут этой цели, тем легче им будет продвигаться дальше. И я думаю, что окончательно война закончится к зиме. Так что Россия вполне в состоянии закончить эту операцию полной абсолютной победой, если только она не решит по тем или иным соображениям ограничиться частичной, но за это она сама и будет расплачиваться.